Дорогие друзья, всем привет! Продолжаем играть в нашу слэшер-рогалик. Мне выпала маска, редкий череп, алхимик. Балансовый. Так, что он может? Каждые 15 секунд призывает дефектного темного каменного голема, который наносит магический урон. Бросает различные склянки, нанося магический урон. Бросает склянку, которая при попадании взрывается, нанося магический урон, замораживает врагов при атаке. Этот навык может накапливаться до 4 зарядов. Ну, посмотрим, как такой алхимик, кто он такой, что он из себя представляет. Погнали, ребята. О, сразу, камень злости. Который нанесет магический урон. Берем, нам это надо. Вот он какой-то большой дядька появился. Резкий, дерзкий такой парень. Резкий, дерзкий. Видели, да? Резкий, дерзкий. Оп, понял, все. Вот это замечаю. О, шары еще там навалялись. Давай, ты как? Готов? Молодец. Счастья тебе, здоровья, любви, друг. Ты куда? Я туда, а ты куда? Сторону я посмотрел, в ту сторону плюнул. Угу. Так, что у нас? Сапог. При рывке случайного врага падает стрела на физический урон. Ну, возьмем. А сапожек-то непростой. А сапожек-то с имбой. То есть вон оно, ну как. Это чё? О, понятно. О, повышение. Всех сбрил. Ой, он еще и вниз прям через. О, как хорошо, как. О, сколько же мы можем. Ой, о, замечательно, замечательно. Я прям просто тащусь, когда столько дамага. Разберем. Ты нам не нужен. Куда вы стреляете? Куда вы бьете, господа? Замечательно. Вот и все. Вот и разобрали мы его. Так, идем далее. Что у нас тут есть? Увеличивает магическую атаку на 50%. Ускоряет перезарядку навыков черепов баланса. Череп у нас баланса. Правильно? Правильно. Итого. Мы наносим. 7, 9, 8. 7, 9, 8. Ууу, как шушественно. Нам не надо. Ах ты, я тебя запомнил.
сапожек просто имба. Им спамить можно прям. Айда ушел. Здесь у нас что? Создает землеразлом, ведущий посторонник, как все врагов магическим, он увеличивает магическую атаку на 45%. В принципе, вещь хорошая. Давайте возьмем. Пригодится. Так, дядя, нам надо 30 костей собрать. Пойдемте за предметом пока еще сгоняем. Ой-ой-ой-ой-ой, не тукнув нажал. Ух ты. Можем поделать и походить по вам. Так, тут я помню, да, я тут помню, и пожалуйста, сделал все совершенно по-другому. Я говорит помню и впитаю весь урон, чтобы он не достался никому. Физическую атаку нам это не надо. Идем ломать черепа. Идем ломать черепа, по пути впитываем всяческий урон, который можно сейчас впитать. Тихо, 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 дядя. Папаша, аккуратнее, пожалуйста. Давай, хорошую мне масочку дай. О, разбираем узника. Вся, отлично. Алхимика мы уже потом сможем качать. Нормально. Урона. Опа. Технично, технично всех обошли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, баха, взрывается. Отлично. Так. Что нам надо? По факту у нас нам нужна тактика. Ну и в принципе заряд и казнь. В принципе. Давайте обновим. Дальность рывка. Сброс его перезарядки. Хотя к нашему же сапогу. Магическую атаку. Четырнадцать, двенадцать. Но 35%. Ну, нормально. Пойдем пока за предметом. Так вот. Ты, дорогая моя, чего ты мне хочешь? Скорость атаки. Шикарно. Нужно больше скорости атаки. Сокращает получаемый урон. Мы не имеем лучшего, пока возьмем его.
Там меня кто-то ждет. Она хочет мне сказать: на, возьми еще друг моих костей. О, 50. О, вообще шикардос. И кости есть, и все прям. Ох, шикарненько. Сейчас мы это дерево в один миг раскидаем. Туда сначала, говорит, надо пойти. Потом туда пойти. А ты чё? Чё, и первый ход, что ли, закончилось? Хорошо, окей, я согласен на это дело. Ты сам решил. Получаем урон на 3%. Пойдет. Шикарно. Просто шикарно. Боцк. Дорогая паучиха, я пришел к тебе с приветом. Сделай мне лучше. Ух ты. Что у нас есть? Нестабильный призыв. Этот навык можно использовать только... Так... Только когда шкала заполнится более чем на 50%. При использовании навыка шкала обнуляется и призывается темный кварцевый голем, который наносит магический урон. После этого шкала не заполняется в течение 20 секунд. Каждые 15 секунд призывает дефектного темного каменного голема, который наносит магический урон. Скорость заполнения шкалы возрастает в зависимости от скорости перезарядки. Интересно. Так. Ух ты. Или... Вот так. Вот это да. Так, господа, господа, я хочу еще его вкачать. Просто хочу увидеть, что будет с ним вообще дальше. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Питал все, что можно в себя. Оп. ПП-шечка. Стой. Ай, ай. Еще ХП-шечка. Все, отбил всю ХП-шечку. Пока тебя разбираем. До тебя мы еще дойдем. Там какой прям вообще сейчас шорох навел, да? Я что-то прям пока отвлекся с этими ребятами. Эх, я и забыл про этот. О, точно, мы же можем еще черепок этот взять, если что, его потом разобрать. Пока берем. Так, безумие и тактика. Тактика нам нужна за что? Которую увеличить? О! Так, тактику мы берем. Тактика нам нужна. Здесь у нас что?
здесь у нас не надо. Замечательно. Погнали дальше. Берем черепа. Берем черепа. Еще выше, повышим скорость атаки. Вот это жесть. Вот это он дает жару, конечно. Ну, конечно, это очень-очень-очень весело. Шары сами наводящиеся. Проблем с этим. Прям в череп. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, я понял вас. И тебя вылечат, и меня вылечат. Парень, что ты хочешь мне дать? Да бери, жалко что. Манатех. А давай возьмем пока. Еще один. Вот у нас есть. Опа, боссы. Мини-боссы. Куда ушел? Тебя там ждали, а ты убежал. Вообще на изи просто разобрали мы их. Безумие дуэль. Нам это не надо. Разбираем череп. А я тебе не принес еще. Мне не хватает всего лишь 38 косточек. Косточек. Так. 38 косточек. Вот так вот. Я тоже умею, как и ты, через стену кидать всякую шляпу. Стоямба. Понял. Обработал. Все. Все. Нет, не все. На тебе. Разбираем. Нам нужны черепа. Мне еще не хватает всего лишь 15 черепов. 15. Так, да, где... Опа! Шикарно, шикарно, просто нравится мне это дело. Ага, я тоже так умею. Достает. Так, погнали. Что нам надо?
Тактика, выносливость или спринт. Так. За каждую биту врага в течение секунд просто ничего. Ага. Давайте заролим. Ну, такое себе. Как бы и ничего нам не надо. Пойдемте еще на черепок. Будем надеяться на самое хорошее. Иди, не подходи ко мне. Не подходите. Я знаю каракате. Я маг темных сил. Просто буду спамить. Буду спамить. Все. Спамить больше не получится. Там пошел. Один осталось. Ага. Сейчас. Так, вот один тур кончился. Чё тебе-то? О, нет. Давай, подходи по одному. Так, а вот ты с пикой, друг, иди-ка отседовай. Мы тебя не звали. Шикарно, просто, вот это да. На тебе. Да бери, конечно, чё мне. О, что ты делаешь со мной? Ништяк, просто ништяк. Один где-то остался. Он, наверное, мне хочет хпшечку сейчас дать. Говорит, я тебе забыл дать хп. Возьми мое хп, пожалуйста. Нет, он не даст хп. Это очень печально, на самом деле. Что ж вы, откуда все? Ого, черепов-то набрал уже. Стой. Опа, и как раз локация с боссом будет. Так, шар свой забери обратно, а? Вот так вот. Ну, пойдемте. Ну, чё, всё, разделись? Так. Раз. Два. Ага. Урон я уже поймал. Ай-яй. Так, ты там. Ага. Раз,
два, три. Шикарно. Шикарно. Понял, отошел. Ну чё, тебе может хватит, дорогая? Давай, все. Ай-яй-яй. Мы так не договаривались. Стоим. Ай-яй. Стоим. Ай-яй. Нет. Нет. Блин. Столько черепов нафармил. Эх, потех. Жалко. Ну, не будем грустить. Не будем расстраиваться. Спасибо, друзья, за просмотр. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте комментировать. Всем пока!